Привет всем на канале Девкозаискатель. Снова мы с Дениской добиваем это поле. Надеемся сегодня побить рекорд. Поддержите нас лайком, подписком на канал. Всем удачи, ждем находок. Нарушены правила. Я нашел монету первым. Копейка. Что-то подозрение, что поздний советик. Ну да ладно, находка есть находка. Ну вот и Олежка сразу же отличился за мной. 10 копеек, щитовичок. Мы и 5 минут не ходим, уже 2 монеты. Зачет. Вторая монетка у нас. 2 копейки. У Олежки уже 4 монеты. Убежал. Хожу по его следам. Сигнальчик 83. И у нас снова пятачок. Да. А вдруг снова 27-го года? Я не вижу ни черта. Зачат. Двигаемся дальше, как обычно. Наконец-то у меня, кроме алюминиевой бронзы, еще что-то. Это у нас 15 копеек рамочник. Первый медно-никелевый на этом поле у меня. Олежка много настигал, а я нет. Вот так вот. Пятая монетка уже. У Олежки 6 или 7. Нормуль. Двигаемся дальше. Главное, я вторую подряд ралик поднял. 5 копеек 27-го оказалось точно. Такого вообще не бывает. Опаньки. Смотрите, что у нас. Гиря. Килограммовая от весов рычажек таких. Так вот, тынц. Уже какую по счету я нахожу такую. Класс. Зачет. А у нас... Снова, похоже, пятачок. Если это будет снова 27-й год, я просто в шоке. Пятачок! Не знаю. Так. Так, какой год-то. Снова ранний. Дениска уже с опаской ходит, смотри. Ну-ка, какой год. Ты мою сейчас, мечту выпил. Сейчас херак 27-й. Нет, Игорь, 30-й. Ну, не все коту масленица. Снова сигнал 83. Снова у нас пятачок. Ну, этот какой-то убитенький. Каждый раз сейчас пятачок поднимаешь и думаешь, а не 37-й или там 27-й какой-то. Еще одна монетка. Итак, у нас трапеза. Кофе. А что там, бутеры купил? Сэндвичи. Сэндвичи. Ну что, сколько мы копаем? 12. Ну, полдесятого приехали. Пол одиннадцатого, полдвенадцатого. 2,5 часа. Монет уже 20 с лишним у нас есть. Сегодня должны побить рекорд вчерашний. Ну, правда, уже побили. 8 лет до этого копал, ни одного рарика. А тут за 2 дня 2 рарика. Так, если есть 2 копейки, 3, 5 копеек 27-го, значит здесь 2 копейки 27-го. Надо визуализировать, Дениска. Думаю. Ну, хотя бы пятачок, что ли, подними. Третий, прикинь. Так, ждем находок. Наконец-то первая монетка. После того, как перекусили, минут 40, наверное, ходим по полю. На двоих ни одной монетки. Наконец-то первая. 20 копеек рамочник. Да. То ли в этой части деревни меньше находок, то ли мы подустали. Непонятно. И тут масса попорла. Очередная гирька. Даже, по-моему, с надписями, с какими-то.
Весовая гирька. Это я в чермет не кидаю. Артефакт. Второй замочек. Даже с внутренности можно посмотреть, что там как. Вообще удивительно. Мы вот полтора часа ходим, две монеты. Зато килограмм 15 железа насобирали. Опаньки, сигнал был 93, думаю, сейчас чермет выкопаю. Опаньки, а тут не чермет. 20 копеек билончик. Ура, 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 ура! Наконец-то у нас первый артефакт здесь. Все удивляемся. А, нет, я еще крестик нашел. Значок. Комсомольский ранний. Но с потерями. Но есть остатки эмали. Шикардос. Вот паньки. Сигнал был 88. Думаю, ну, пробка. А, ничего подобного. Билончик. И причем империя. 10 копеек 907. Первая империя вообще на этом поле. Здесь раньше шкутера были. Думаю, куда же делась империя? Вот она. Отлично. На этом сегодня все. Ну вообще мы в шоке, если честно. Второй день подряд на это поле едем. Вчера было 25, сегодня 31 монета. Две серебрушки. И внимание, еще один пятачок 1927 года. Офигеть. Крестик, значок. Две серебрушки. Билончик 20-10 копеек. Империя 907 года. Офигеть. У меня вот тоже, да, пятак вот, был. Вот пятак был. Тоже 27-го по-любому. Наверное. Вот так вот, ребята. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки. Подписываемся на канал. До свидания.